Здравствуйте. На сегодня у нас разговор пойдет о труборезе. Так скажем, что незаслуженно забыт, хороший инструмент. Вот он у меня тоже приобретен так лет так 25, наверное, и тоже некоторое время, значит, им часто пользуюсь. А другой раз тоже вот он лежит у меня, лежит. Вот сейчас вот пришло время, я его достал вот тоже, видите, немножко побрызгал ВД-шкой, чтобы оживить, так говоришь-то. Ну вот он, вот и он оживился, да? Вот он оживился. Ну, каким образом им работать? Так скажем, что труборез очень-очень-очень безопасная работа с ним. Инструмент простой, надежный. И у кого, значит, он есть, по всей видимости, как и это, значит, я его тоже приобретал уже с рук. Значит, он у меня уже многие годы работает. И вот при необходимости надо, значит, где-то трубу обрезать. Где-то трубу обрезать. Очень хорошо выручает. Самое главное, что им работать очень легко. Очень легко. И рез трубы делает достаточно ровный. Ну вот сейчас попробуем. Нам этот надо вот здесь вот отрезать. Что еще положительно? То есть здесь нам не надо никакого электричества. Вот работаем очень просто. Вот видите, берет тут труборез, ну, допустим, здесь меточку какую-то сделали, труборез взяли, вот, допустим, да, и вот зажимаем. Здесь получается, здесь вот упорные два ролика и вот режущий ролик. Но этому труборезу я уже говорил, что очень многое время. Вот, все, прижали немножко, берем вот туда, сделали взад и, значит, вперед. Ну, маленько потуже надо зажать. Потом еще чуть-чуть добавили, буквально немножко. Вот. При работе слишком много крутить не надо. Где-то взять 1/4 оборота. Вернее, полностью оборота. Да, и вот после этого что делаем? Вот, раз, прокручиваем. Вот, видите? Вот уже вот углубление пошло. После этого то снова раз, немножко повесили, взад вперед, снова чуть-чуть добавили, вот, и пошли. Трубу режет очень хорошо, и толкостенные, и алюминиевые. Ну, сейчас вот мы посмотрим, обрежем эту трубу. Трубу эту замерим, какого она диаметра. Ну, и труборезов достаточно много. Бывают, что и большие, бывают и поменьше. Но вот у меня где-то средний, Я на него не жалуюсь. В свое время, значит, резал очень много труб при строительстве гаража, значит, при строительстве забора. Все наши трубы, им как раз у вас в тот период электричества не было. Не было уже, соответственно, ни болгарка, ничем не попользуемся. И вот раз, чуть-чуть добавляем. Оборот сделали, вот видите. Оборот можно два сделать оборота. Вот сделали, снова чуть-чуть. Вот сколько добавляем. Вот видите, вот было вот так, и вот буквально вот солечко добавляю. Потому что если много добавить, он тоже будет резать. Ну, уже будет тяжеловато крутить, а нам спешить некуда. Главное ровно обрезать. И вот обрез будет, посмотрите, какой. Какой обрез будет. Кстати, немножко забегу вперед. Вот данный труборез. Данный труборез и другой. Другой труборез можно использовать для разметки. То есть, если где-то надо болгарочкой распилить трубу, да, то можно труборезом вот эту линию разметочную сделать. Видите? Вот. И уже ближе к завершению уже пошло. Видно, что уже завершаем это дело. Вот так вот. Ну, по времени примерно то же самое, что и болгарка. Единственное, что не надо электричество. Вот, уже завершается обрез. Так. Ну и вот. Вот и обрезали. О, видите, труба уже тоже давненько стояла. Видите, она уже даже... Ну вот, видите, обрез получается достаточно ровный. Очень ровный обрез. Но вот как минус может быть, если при работе, значит,
как минус, значит, вы видите, здесь получается, она выдавливает вот это колесиком, да. Здесь вот маленькие-маленькие борки получается, ну, это миллиметр. Но если он кому не нужен, можно, значит, срезать. Очень хорошо использовать труборез при подготовке труб для сваривания. Идеальный рез установили, заварили очень хорошо. Значит, ну и говоря о данном труборезе, ну их буквально разные, много бывает. Вот сейчас померить, рулетки под рукой нету. Померить, какой же диаметр. А, вот, рулеточка вот под рукой. Ну вот мы посмотрели. Здесь получается 6 сантиметров труба. 6 сантиметров труба. И здесь, если взять, ну здесь еще где-то сантиметра полтора. То есть получается где-то, вот видите, сантиметров 7 трубу, значит труборез порежет. 7 трубу сантиметров, значит, в диаметре порежет. А меньше, пожалуйста, 3-4-ю, полдюймовую, алюминиевую, латунную, стальную. Легко, легко. Значит, рекомендую, значит, у кого нету, приобретите, значит, труборез и режьте у себя дома, на даче, в гараже. До свидания, до новых встреч.